что я делаю все это? От отечества. Нет, Сара. А где твой печенье? Я всего лишь скромный продавец, но так нельзя разговаривать с людьми. Ой, простите! Я вижу, вы решили пойти на конфликт. Знаете, что у нас принимают меры, если клиент хулиганит? Я тут совсем ни при чем! О, ха-ха-ха, то есть я виноват. Да перестаньте вы! Слив!